знаете, конкуренция, она всегда такая в плюс, потому что конкуренция, она всегда бодрит и заставляет тебя идти еще быстрее, бежать еще быстрее. Поэтому я очень рада, что появляются новые молодые люди. Я им безумно благодарна за то, что они меня подстегивают. Иначе бы я уже давно легла, знаете, так на бочок, заснула, растолстела сильно и вообще бы не напрягалась. Мне периодически рассказывают мои друзья, ты видела, да, ты видела, вот так. Я не могу, во-первых, я очень всегда нервничаю, переживаю, когда, знаете, людей не выбирают, и их ужасно жалко. Поэтому я не включаю телевизор. Нет, это слишком сильно для меня, слишком сильные эмоции и переживания. Нас очень много зовут и в качестве жюри, и в качестве покататься подо льдом, повисеть где-нибудь под куполом цирка. Мы счастливые люди, потому что мы можем делать то, что мы хотим, и то, что мы любим. Мы музыканты, мы занимаемся музыкой, мы занимаемся творчеством. Нам очень-очень хорошо в этом.